Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101 FM. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин, а со своим особым мнением сегодня в нашей студии Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия», предприниматель Владимир Вениаминович. Добрый день. Добрый день, Владимир. Предлагаю сразу дам поздравить с наступающим праздником, с 8 марта. Благодаря им у нас это короткая рабочая неделя. Давайте поздравим. Конечно, пожелаем счастья, красоты, любви и так далее. Ну, несколько слов. Да, я поздравляю, потому что считаю, что женщина в России — это больше, чем женщина. Помните наши знаменитые стихи? И, в принципе, вообще в России все держится на женщинах. Спасибо вам за то, что вы есть. И главу города Елену Ковалеву отдельно. Елена Васильевна — это особая, да, Елена Васильевна. Вот нравится мне ее. Знаете, чем она отличается от предыдущих глав города? Она, вот как любая женщина, пропускает через сердце все. Да, может быть, не хватает какого-то там опыта, потому что специфическая очень такая деятельность. Но вот я бы ее по отношению, там не по решению каких-то вопросов, а вот именно по отношению назвал бы там, вот, ну, матерью города, она через сердце все пропускает, все проблемы. Еще хочу одну женщину упомянуть, Светлану Чарушину, которая объявила о том, что она покидает пост начальника управления Федеральной налоговой службы по нашему региону. Как вы считаете, есть ли в этом отпечаток той критики, которая в последнее время у нас? Ну, я думаю, да, что политическое... В отношении управления налоговой службы, да. Я думаю, что политическое давление однозначно есть. Я слышал, что она уезжает, по-моему, в Мариэл возглавить такую же аналогичную службу. Но тут я, знаете, хочу сказать, что вот некоторые склонны ее обвинять, ну, во всех грехах, да, а я считаю, что как раз ее вина, да, она жестко спрашивала, она смотрела, но, извините меня, это все перекладывать на одного конкретного человека, это неправильно. Тут работает аппарат, и у меня больше претензий от того, что там, например, и фирмы убегали, и я знаю таких знакомых, у меня люди знакомые такие есть. Ведь вопрос... Перерегистрировались, вы имеете в виду, в других регионах? Вопрос в самой атмосфере, созданной здесь. Если там при Белых Никите Юрьевиче была атмосфера однозначно коррупционная, вот это мы сейчас подтверждаем, выводим, то есть это какие-то определенные фирмы, а чаще всего пермские, приезжали сюда и получали крупные куски, а местный бизнес просто ничего, кроме там, знаете, доение перед выборами, когда там господин Перескоков вызывал многих перед выборами и под видом, что якобы беседа с бизнесом, послались письма с благотворительной помощью, якобы вот там пошлите, помогите это и так далее. Это бытность Александра Викторовича главы администрации? И главой администрации города, и в бытность, когда он в правительстве возглавлял орготдел, там занимался внутренней политикой и так далее. То есть это была практика. А скептическое отношение, мне сказали, слушай, Володь, они там просто не оборзели, ребята. То есть вот это, знаете, такое нечеловеческое отношение, но сформировало сегодня вот эту атмосферу, плюс коррупционные дела. Вот понимаете, при губернаторе же там, вот то, что его сейчас обвинили, это маленькая только часть, вот мы по водоводу поговорим, я уверен, что это его как раз проект, господина Никиты Юрьевича Белых, сейчас мы проговорим, который нам достался в наследство. Вместе там с Дмитрием Драным они вот сделали такой, вот, экс-главой мы проговорим, да, глава, ну, чуть попозже, администрации хорошо. Города. Поэтому это вот сама атмосфера. Я Чарушину, Слану, к сожалению, лично не знаю, но знаю людей, которые они отзываются как в высоком профессионале. И потом, понимаете, всегда вот общее дело – это не один человек. Это комплекс решений. Никто это не анализировал. У нас в Гордуме была такая определенная аналитика. Мы там на рабочей комиссии докладывали. Считаю, что... Ну, вот тут надо подходить более профессионально. У нас, к сожалению, вот в управлении, что в правительстве области, что в правительстве города, не хватает профессионализма, понимаете? Не хватает самим знаний. Так вы приглашайте экспертов, экономическую науку, юридическую науку. Вот как это делается в других странах, в других городах, в других регионах, там Татарстан, Башкортостан. Вот... Для решения, для принятия компетентных решений, давайте, слушайте. А еще жестче, кстати, Владимир Вениаминович, можно в отношении сбора налогов?
Но вот у нас в регионе. Вы знаете, в 98 году я... Может был, занять, да, у ФНС еще более жесткая по президентской позиция. Программе был в Германии, и там очень длительный период, почти там, 10 месяцев, фактически 9 с лишним. Я написал работу, такой сравнительный анализ налогового законодательства в сфере предпринимательства в Германии и в России. Я вам хочу сказать, то, какое бремя в Германии, это самое социально ответственное государство, я считаю, в некоторой степени на него ориентируют сегодня многие экономики. Например, японцы определенно копируют ту часть, как раз, которая связана с социального развития. Вы понимаете, вот упрощенно понимать, что вот бизнесмену дали свободу, делай, что хочешь там. Дери нас, стри шкуры, когда сейчас, сейчас по мусору у нас увеличился, тариф в несколько раз. Слушайте, а где ограничения, где регулирование государства? Вот в Германии они как раз находят вот эту золотую определенную середину и регулируют. И по сравнению с Германией или с Европой, в России просто рай налоговый, понимаете? Просто налоговый рай. Например, взять даже наши эти крупные строительные компании, я беру Кировспецмонтаж, ССК и КЧУС. Да понимаете, они миллиарды зарабатывают. Вот ведь мы это никогда не озвучили, в то же время получают там земли, условия технические на халяву. Не неся, застраивают огромные микрорайоны, не строя детские сады и школы, не строя там детские музыкальные, детские спортивные школы, даже элементарно. Вот сейчас у нас по Коминтерну проблема, ее глава нашей полиции городской озвучил 28 числа на заседании Думы. Нет помещения под опорный пункт полиции. Участкового, да. Под участкового, понимаете? Так а когда мы будем бизнес-то строить? Тем более они тихонечко выводят, я знаю, две из трех названных фирм, они просто частные собственники, выводили деньги в офшоры на Кипр, там на какие-то Виргинские острова и так далее. Слушайте, а мы регулировать это не будем? И в то же время они здесь получают разрешение на строительство. Вот там это же, например, КЧУС. Вот там против Ленина 20 вместо 24-й школы строят сейчас 18-этажный дом. Понимаете, вопросы есть. Есть вопрос там по ССК. Вот сейчас последний момент вот такой скандальный у нас, внутри пока городской думы. Я там, то, что нарушения определенные есть, вот глава, замглавы администрации Морозов по строительству выдал решение на строительство на улице Воровского, это вот рядом с магазином «Рассвет» бывшим, бывший там дом кино, стоянка была, на 22 этажа. Слушайте, когда на градостроительном совете там разрешили 16 этажей, плюс 2 технических. Один вниз этаж, другой вверх. Исходя из определенного правила, напомню вот нашим радиослушателям, что у нас есть пожарная машина только на 16 этажей для тушения. И все остальное, все, что свыше, чаще всего строителями, там есть вариант, но строителями это не выполняется. И фактически человек, который купил на 21 этаже условно квартиру в случае пожара, ставят, то есть строители таким образом ставят человека угрозу его жизни. Понимаете? Там автоматическую систему можно смонтировать, пожаротушение. Погодите, а вы в курсе, что выше вот этой 16 этажей должны быть специальные материалы? И прокуратура проверяла не там, горючее, да? Год назад, не горючее, этого нет. И системы там, да, дорогие системы тогда при нашей... мы же не Лондон и не Париж, и даже не Москва. То есть, когда мы строим в центре города, у нас цены не такие уж и высокие на самом деле, понимаете? И строят такие системы, а эти системы очень дорогие. Сверхвысокие этажи это ставят там, где необходимо, где очень дорогая земля. Но это столицы мира. Москва. Даже в Казани такой необходимости нет. И там уже давно правительство приняло решение, ограничивающее определенное строительство. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. После небольшой этой паузы, я думаю, что, Владимир Владимирович, немножко сузим тему, да, вот по более узкому руслу пойдем, так не захватывая какие-то многие другие темы. Депутат Гордумы Владимир Журавлев, продолжим через полминуты. Особое мнение на 101 FM. Особое мнение Владимира Журавлева, я напоминаю, мы слушаем, депутат Кировской городской думы. Можно вопросы задавать Владимиру Вениаминовичу через специальную форму на нашем сайте echokirova.ru. Один вопрос я вижу, его, безусловно, чуть позже озвучу. На днях буквально появилась информация о том, что водовод, который мы тянем из Куменского района, как резервный источник питьевой воды для нашего города, вот этот объект планируется заморозить. Ранее, в том числе в нашем эфире, многие специалисты говорили о том, что этого ни в коем случае нельзя делать, потому что в том числе мы отстанем там, во времени от технологии. Да? Об этом сообщил Илья Шульгин непосредственно вам, депутатам, на последнем заседании. Да? Нет, тут я рассказывал, на рабочих группах мы этого касались, водовода. Мы сейчас, то, что нам предыдущее руководство
Владимир Васильевич Быков и там потом Перескоков Александр Викторович заявляли как о необходимом, чуть ли не героическом поступке, архиважном, уже сейчас ставится под сомнение. Еще в 2013 году, когда мы принимали это решение, это вот мое личное мнение. О начале строительства, да? Да, да, да. Вот мое личное мнение как депутата, который этой темой давно интересуется, и даже вот такое определенное расследование депутатское проводил с привлечением там экспертов из строительства, всегда вызывало вопросы. Первый вопрос. Когда в 2013 году нам господин Драный представил, ну, тут надо отдать должное, Владимир Васильевич Быков не в этом деле. То есть это мое, вообще мое понимание, вот когда вот взять все, как бы в центр объединить, то есть это был проект власти, в частности, Никиты Юрьевича Белых, бывшего губернатора, его зама Щерчкова и Дмитрия Николаевича Дранова. Просто, знаете, когда власть в других регионах коррупционная. С чего вдруг? А потому руководство это... региона понадобилось. Поясните. Заработать денег. Угу. Во-первых, тогда мне вот строители, независимая экспертная группа привела, сказала, что, ребята, этот водовод максимум стоит 1 800 000. А мы утвердили 400, и когда Драному я задал вопрос, слушай, он говорит, а это вот государственная тайна, мы не можем тебе дать экспертизу. Я говорю, погоди, инженерная структура, инженерная конфигурация, да, документация этого государственная тайна, а финансовая это никакая. И он согласился, обещал дать и просто прокатил, понимаете, вот просто... Не сдержал. А я считаю, что вот это как раз та группа, которая просто заработала на этом денег. Но мало того, для меня, вот понимаете... Так подожди, деньги-то все не пришли ведь. Погодите. 400 – это стоимость была водовода заявлена. А сейчас она уже нам объявила, Морозов, вот буквально 28 числа, что уже 4 миллиарда 850. И вот эти оставшиеся деньги, а там возникают вопросы, что строительная компания КЧУС, которая строила, она городу предъявила несколько сотен миллионов рублей, только вдумайтесь. То есть его представители скупали, ведь там водовод идет с Куменского района, по огромным участкам земли. То есть представители вот этой компании скупали сельхозпаи за недорого, ну, по крайней мере, там в десятки раз дешевле, чем это стоит, переводили землю под строительство, и мы и выставляли городу на выкуп земли. И я вот предполагаю, что вот это удорожание с 400, я предполагаю, до 850, да, это как раз вот эти спекулятивные сделки с землей. И правоохранители этим сейчас заинтересовались. Но вот, ну, слушайте, водовод — это вот железная, это коррупционная сделка. Я вам расскажу. Но вы предполагаете пока только? Есть уже конкретные доказательства? Погодите, вот доказательства, ну, очевидны, понимаете? Теперь вот я вам расскажу о необходимости этого водовода, техническую часть принципиально. И эта позиция не моя, а Василия Алексеевича Киселева, бывшего градоначальника, который сказал, ребята, в 2002 году мне этот же проект предлагали водовода, но мы его посчитали нецелесообразным, и не только экономически, а по существу. Вот давайте разложим, он раскладывает. Да, что там не так, давайте. Что не так? Вот суть этого проекта — притащить с Куменского района, с подводного там водоисточника, воду на смесительную станцию, которая у нас находится здесь под городом. Да? В Корчомкино. В Корчомкино. И смешать. И там фактически вот смешивание воды произойдет. Мы 75% берем речную воду, 25% отсюда смешиваем, что мы получаем. Хоть, слушайте, скажите, мы не достигаем того результата, но мы эти деньги осваиваем, почти 5 миллиардов, слушайте. И вот это по опыту других регионов, где были уголовные дела, власть обычно губернаторская, вот коррупционная такая, она как раз осваивала такие деньги. Я до сих пор считаю, что вот этот космический центр, который строил, уйдя с этой должности и предоставив вот этот проект по водоводу. Господин Драный Дмитрий Николаевич, кстати, этот сделал проект, передал его к ЧУСу и спокойненько после этого умыл руки и ушел с главы администрации города. К ЧУСу, я иду, водовод? Да, водовод. Притом там, я знаю, что строители жалость ко мне обращались, что, ребята, вот розыгрыш, конкурс должен быть на одном сайте. Они неожиданно за день поменяли другой сайт, сделали. И сказали, что это якобы такое небольшое, там не уголовное, не административное здесь нет. Это было технически, якобы, погодите. И многие фирмы просто не смогли участвовать. А там было вот две фирмы, КЧУС и Гражданпроект. Гражданпроект не сдвинулся ни на копейку, понимаете, не уменьшил цену. То есть уже есть претензии по тому, чтобы признать это как коррупционным. Тем более, знаете, вот мы тут с Ильей Вячеславовичем Шульгиным на одном из заседаний, он сказал, Владимир Ильич, и с Ковалевой Еленой Васильевной, что вы все говорите о коррупции,
вся коррупция. Ведь пока не доказано в суде, это не коррупционность. А я хочу вам пояснить. Да. Это люди, которые, ну, может быть, ну, они не юристы по образованию. Мы несколько лет назад, в 2006 году, приняли такой закон о противодействии коррупции, закон Российской Федерации о противодействии коррупции, такой, в котором указано, вот я статью прямо называю, действия должностного лица в интересах третьего лица в ущерб законным интересам вот этой должности. Понимаете? Это признается коррупция в гражданском праве. В гражданском праве. И, условно говоря, глава администрации или губернатор, или президент страны может уволить такого человека, где явно вот видна корысть, понимаете? Это сделано не в интересах города. Он может такого уволить чиновника по утрате доверия. Поэтому коррупционность, она достаточно спокойно устанавливается. Можно просить через комиссию по коррупции, пожалуйста. Не надо уголовных дел, но хотя бы увольняйте таких. Вот пример того, что у нас вместо 24-й школы рядом, там вот мы в старые времена, против Ленина 20, построили такой дом вместо школы. Это коррупция. Подписывал господин Перескоков. Построили 11-этажный дом рядом с СИЗО на Казанской 24 вместо изначально заявленных 4-6-этажной секции 11 же. Это коррупция. Подписал Якимов, но при Перескокове он его не пересмотрел, не отменил. Хотя и в первом случае, и во втором мы отменяли первое решение на строительство как незаконно через суд. А люди пищат да лезут. То же самое, продажа Парка Победы. Первый суд признал незаконную продажу. Прокуратура Ленинская расследовала в 2011 году, признала вот эти все выделения незаконные. А господин Перескоков подписывает. Это коррупция. И сейчас вот уже, если брать симметрию с Махачкалой, с мэром Москвы, там 1 100 000, фактически 80 миллионов. Здесь продали за 300 с небольшим тысяч. То, что сейчас уже ребята перепродают, ну фактически там сделка такая за квадратные метры, за тысячи. Ну, суммы-то как минимум 180 миллионов звучат. Понимаете? Поэтому я считаю, что для правоохранителей это вот явный момент такой. И у нас в регионе как была коррупционность, а так и остается. И вот, к сожалению, вот я Игоря Владимировича Васильева, ну, это мое мнение, я считаю, наблюдаю, делаю свои выводы. Он государственник. Но вот когда мы притащили в регион с Москвы людей, и до сих пор у нас в министерстве в областном работают, там с Ростова-на-Дону, с Краснодарского края. Но они ушли уже. Да не все ушли. А, не все еще ушли. Ну, конечно, не ушли. Здесь тоже коррупционный фактор какой-то вам видится? Хотите, что? Скажу. А погодите, ну это так-то первый момент. Это, во-первых, слабая кадровая работа. И я считаю, что ну, Игорь Владимирович не готов, извините меня, решать такие вопросы, быть губернатором и на таком уровне. Кого притащили? Я не... Нет, понятно, притащили, что... слово-то такое уничижительное. Хотите, пригласили. Скажу... Ну вот, понимаете, я... если бы мы пригласили менеджеров высокого уровня, я бы ничего не говорил. В Кировскую область? А когда мы... Из столицы? Погодите, это сколько платить-то им надо? Погодите, извините меня, а вы в чужой монастырь со своим уставом пришли? Ребята, а где поговорка? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А это в том числе включает и кадровый состав. Когда привели там завхоза регистрационной палаты с города Краснодара, слушайте, и ставят на пост министра, у нас таких даже не десятки, не сотни, а тысячи местных кадров. Опирайтесь на местные кадры. Вы хотите построить счастье или экономику варягами? Слушайте, так варяги, они, посмотрите историю, никогда позитивная роль-то может быть один из ста. А чаще всего это люди, которые приехали на территорию грабить. Временщики. То есть если бы человек пришел бы и собирался бы здесь жить, а мы понимаем, что вот пришли на определенный срок и уедут. Владимир, у меня есть вопросы. Вот я сейчас слушаю, смотрю на вас. Вы сейчас как терминологию используете, которая близка больше Сергею Павлиновичу Мамаеву. Он варягами, временщиками, вот неоднократно. Во-первых, Вы согласны с ним? Полностью разделяете его? Ну, во-первых, смотрите, варяги — это не мы ввели это слово. Варяги — это историческое название. Так? Ну, я понимаю, гораздо раньше появилось. Ну, давайте посмотрим историю. Давайте спросим, например, там у нас есть доктор наук, профессор исторических наук Балыбердин Юрий Александрович. Варягами кого называли? И цели. Посмотрите учебник истории. Там четко сказано. И цель варягов. Это... Так слушайте, у нас кировская цивилизация, это вятская цивилизация, если можно так выразиться, тоже варяги ее тут, понимаете ли. Погодите, я не против людей, которые приезжают с других регионов и хотят здесь что-то развивать. Вот мое мнение, например, по отношению к Илье Вячеславовичу Шульгину, ну, он перевез сюда всю семью. То есть он, я вижу по его как бы словам, по его внутреннему желанию, это мое мнение, что ну, вот он хочет что-то изменить. Поэтому я готов сотрудничать с ним и двигать.
вопрос. Но когда, например, нам привозят людей... То есть Илья Вячеславович не варяг, в вашем понимании? Нет, он, конечно же, варяг, но у него серьезные... Намерения в отношении нашего города. Я же не говорю, что про всех варягов. А пример того, кого нам на Авиатор поставили. Вы в курсе, что, да, сейчас, по мнению правоохранителей, ведутся вот проверка по уголовным делам, и уголовные дела уже возбуждены. Порядка 50 миллионов у нас просто украли, вот и все. И это все люди, которые приехали. Я уже не говорю по... Вот поэтому уже как бы мы уже все сбили, все. Оскомина уже набила. Киров русская. Ну да что, там просто деньги украли. Мы же это понимаем. Прокуратура городская сейчас проверяет, но у меня есть сомнения в том, что они получат какой-то результат. Вот Владимир Вениаминович, вы много раз уже произносили слово «коррупция, коррупция, украли, украли». Почему никто не сидит, хочется мне это спросить. А это вопрос почему правоохранителям. Почему ответственность не настигает этих людей? Вы знаете, мы живем в какое-то время, вот я юрист по образованию, смотрю по многим вопросам, по Парку Победы, однозначно это уголовное дело. Ущерб нанесен. Продали за 300 тысяч то, что стоит как минимум 180, а может даже 300 миллионов. Вопрос в оценках. Так этого достаточно. Мэра Махачкалы из Москвы привезли и забрали. Я думаю. Но правоохранители сейчас считают так же. Вот дождемся после выборов. Я считаю, это уголовное дело. Вы если думаете, бы я был после прокурором марта... области, все бы вот эти люди, они бы начали уголовное дело. И здесь вопрос посадочный, потому что суммы крупные. Извините меня, это суммы, если там 180 миллионов и 300 тысяч, это больше, чем Никита Юрьевич Белых взял взятку. Понимаете, а он сел на 8 лет. Соответственно, здесь примеры такие же. Вы правда считаете, что после 18 марта... Ну так правоохранители обещают. Там очень многое, да. Негласный закон есть, хотя мне это непонятно, если есть объективная задача. И понимаете, нам не изменить атмосферу. Вот сейчас я знаю, что власть вся, они там стоят торчком, чтобы люди просто, элементарно, это вопрос не то, что Владимир Владимирович Путин выиграл. Я понимаю, что ему нет альтернативы. Мы смотрим других кандидатов. Нет ему альтернативы. Но люди недовольны. Подождите, это ваше оценочное суждение. Сейчас это мое. Добавить, да. Это мое. Мы никого не агитируем. Да, мы не агитируем. Но самая главная задача власти, чтобы люди пришли на выборы. А мы не забываем, что у нас последние выборы областные, городские прошли. Явка составила в городе 20%. Понимаете? А сейчас именно вопрос к президенту-то недоверие. А почему в Кирове-то такой бардак? Ничего не изменилось, ситуация ухудшается. И люди таким образом голосуют, просто не, они не идут на избирательные участки, потому что они недовольны внутренней ситуацией. Мало того, кировчан волнует вопрос не большой мировой политики, а местных условий. Воруют и никого не садят. Вот и все. Мне так, как депутату, так и говорят. Столько звонков из разных областей. И в то же время детских садов не хватает, школ не хватает, детских спортивных школ не хватает, музыкальных школ не хватает, изобразительных школ не хватает. Реклама у нас сейчас будет. Это особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы. Вернемся через полторы минуты. Особое мнение на 101 FM. Проводовод еще Владимир Вениаминович. Почему его законсервировать-то сейчас? Ну, понадобилось. Вот, поясните простым. Вот, конечно, нужно задать вопрос конкретно это Илье Вячеславовичу Шульгину, потому что он еще, будучи министром областного правительства, ездил в Москву, и его там просто за этот водовод разбомбили. Он говорит, ребята, так я его только заступаю, я не знаю. То есть не мы принимали решение. Вообще говорят, что проект не соответствует ни стандартам, ни нормам. Он был сделан со многими нарушениями. И сами работы проведены с большими, огромными нарушениями. Вплоть до, даже до того, что... Криво-косо, как говорится. Криво-косо там и вопрос, в том числе, государственной безопасности. И вот там отработала недавно, ну, относительно недавно, счетная палата федеральная, как раз специализированная, которая сказала, признала, что 1,7 млрд из тех денег, которые израсходованы, они израсходованы неэффективно. А я хочу пояснить, из 3,5 миллиардов, которые потратили, со слов сегодня Морозова, половина, 50% наши региональные, наши с вами деньги, налогоплательщиков, это областной бюджет и частично городской. А вы чувствуете, 3,5 миллиарда и 1,7 млрд там с копейками неэффективно. То есть эта часть фактически федерация признала, что ребята, мы вам дали 1,7 млрд, и они потрачены неэффективно. И так-то вообще там говорят нашим представителям, что ребята, этот проект дальше демонтируйте. Были сказаны слова «демонтируйте». То, что нам сейчас Морозов предъявил, что, да, ребята, нам нужно 119, чтобы заморозить, чтобы законсервировать. 119 миллионов? Да. Из какого бюджета? Из городского. Из городского. Я Морозову сказал, во-первых, мы сейчас поставим моментально вопрос о твоей отставке, раз. Это первый вопрос, потому что 119 миллионов бюджет, это, извините, детский сад. А вы там напортачили, и понимаете, и никто не хочет с этим разбираться. Я считаю, что за эту работу, за 3,5 миллиарда рублей,
Пусть людей не садят, но должно быть несколько человек уголовно, потому что, ну, это явно неэффективное отношение. Я хочу сказать, вообще законодательство говорит по отношению к должностному лицу, что не только он должен, там его преступные действия, например, привели к какой-то неэффективности, но в то же время и бездействие. А где вы хотя бы пробовали сэкономить? Они раздувают вот эти деньги. Я уверен, что здесь коррупционная составляющая существует. Она пока в гражданском, то, что я говорю, из закона о противодействии коррупции, но она должна перерасти в какие-то дела. И вот знаю позицию администрации города, может быть, некоторой части губернатора нашего Игоря Владимировича Васильева, что вот, ребята, ну давайте на тормозах что-то, может, допустим, они не хотят скандалов, там не хотят этого, но без этого не, без этого вы не получите одобрение местного населения. Понимаете? Если у нас украли до вас, понятно, что вас не обвиняют. Ребят, но если вы не разберетесь со старым, вот у нас так будет население ходить, 20% это в лучшем случае в городе. Это вот это отношение к власти, к происходящему событию. И поэтому, а без поддержки населения любые там призывы и проекты, они просто не могут быть эффективными по определению. То есть это получается искусственно навязано. Докажите, что вы часть этого народа. Что вы живете, если люди гневаются, они недовольны, так вы проверяйте это. Вот и все. А пока сегодня власть у нас варяжная плывет в одну сторону, местные олигархи, которые там занимаются непонятно чем, в другую сторону, и политическая вот эта элита, а третья часть населения, которая говорит, знаете что, мы не верим идите ни тем, да, идите вы все дальше. Да. Лесом. Вот и все. И поэтому в Кирове в этом плане вот такая атмосфера сегодня есть. Почему и бизнес маленький и средний, он говорит, знаете что, я перерегистрируюсь в другом регионе. Уходит куда угодно. Ведь не только в Москву, в Питер уходит. В Нижний, в Татарстан, в Пермский край. Да, какая-то часть там существует в связи с уходом от налогов, потому что там, ну, иногородние фирмы, просто, например, пермская налоговая, она меньше проверяет. Но некоторые люди говорят, уходят даже, знаете, которые НДФЛ платят, физлица, которые там богатые и так далее с доходом, потому что нет нормального диалога с властью. Когда нет диалога, тебя не уважают, с тобой не считаются. И у нас куда ни кинь сегодня, вот провал. Из-за того, что некомпетентная власть. Возьмите нормальных. Я вот на посты министров, да я знаю сотню другую нормальных, достойных людей, которые бы это бы потащили направление. Но мы по-прежнему. Министр сельского хозяйства у нас чужой. Правительство области. Министр сельского хозяйства? Ну да. Алексей Алексеевич Котлячков? Нет, лесного хозяйства. А, лесного хозяйства. Лесного хозяйства. А по Алексею Алексеевичу Котлячкову, ну, смех, когда вот это миллион, мы хотим миллион увеличить, слушайте, это просто называется не просто развитие, это называется удар по сельскому хозяйству, по маленьким хозяйствам, которые загнутся, а всегда маленькое хозяйство – это какое-то село в районе. Это, слушайте, ну, 37-й год был признан вредительством. Там экономической мысли просто нет. А глупость, она вот откровенна. Эту тему для отдельного разговора все-таки оставим. Тему миллиона тонн молока, да, насколько я понимаю. Наш слушатель Николай очень хочет услышать ваш комментарий, Владимир Вениаминович, по поводу концессии тепловых сетей. О чем говорится в последнее время очень много. Тоже скажете, что коррупция? Однозначно. То есть, ну как, я считаю, что, во-первых, это неэффективное решение как минимум. Считаю, что нам нужно, вот сейчас мы передали это КТК и получили... Кстати, решение-то принято уже, Давид? Нет. Нет. Нет, окончательного нет решения. У нас, я хочу вот слушателям пояснить, что примерно 70% всех тепловых труб, по которым идет тепло и горячая вода, не прилежат к городу. Я считаю, нужно сделать, как в Татарстане, в Нижнем Новгороде. Это муниципальная собственность. Ну, так как там КТК зашло через ТГК, опять сейчас ПАО, Т+, в это дело, так давайте создадим совместное предприятие, где контрольный пакет будет у муниципалитета. И будем развивать это. Мало того... А мы деньги где у муниципалитета на это? А вы знаете, что федеральная программа, мы должны получить где-то порядка миллиарда с лишним, там полтора миллиарда или еще что-то, на перекладку труб. На перекладку труб в городе. Погодите, когда у нас будет муниципальное предприятие, так мы их потратим. А у меня есть сомнение, что частники, которые сейчас этим вопросом рулят, они просто эти деньги разворуют. Как это было? Имитация. То есть перед нами отчитывались перед городом, что здесь переложены трубы, а сейчас по факту вскрывается случай, вы в курсе, да? Что там просто ничего и не перекладывалось. А там 100 миллионов, 150 здесь, тут, там. Трубы рвется и так далее. Они не вкладывались в наши сети.
Поэтому я считаю, что муниципалитет спокойно с этим справится. И нужно двигаться в эту сторону. Угу. Поэтому я против передачи частнику вот этого. А наоборот, за контроль, может быть, не в полном объеме, но чтобы контрольный пакет был у муниципалитета. Ну, так или иначе, депутаты Гордумы, ведь ваш, вы с коллегами будете принимать решение. Вот давайте откровенно говорить. У нас вот та дума была, она, ну, там, это было определенно два холдинга финансовых, да? Это как бы старая группа была, предыдущий созыв, пятый созыв. А сейчас шестой созыв, ну, пришли, конечно, другие люди. Но, к сожалению, во-первых, не хватает компетенции. Очень набрали там таких людей, но они неплохие, я вижу, люди, но они никогда не будут депутатами. Депутат — это контроль за властью исполнительной. Но они вот, не хватает духа, характера, компетенции в определенных сферах. Из-за этого, понимаете, они будут голосовать то, как скажет как бы официально власть. А мы должны всегда критически подходить, потому что 100 раз перепроверить, причем принять какое-то решение. И, к сожалению, вот мы начинаем выносить какую-то дискуссию, просто попытка обсуждения. Но иногда, и чаще всего большинство подавляющее, они просто хотят быстрее домой идти. Вот на заседаниях Думы, на рабочих комиссиях. Вот, слушайте, давайте нам нужно быстрее идти заниматься своими делами. И вот с таким подходом я бы, может быть, даже посоветовал вот депутатам, ну, не занимайте чужое место. У нас столько много достойных общественников, которые могли бы, там, Виталик Брам, например, которые могли бы быть, там, Алексей Кузьминых, которые могли бы прийти и, ну, вот, и пытаться разбираться во всех хозяйствах, которым это интересно. Остается 3 минуты до завершения нашей беседы. Есть у меня несколько вариантов, какую тему еще затронуть. Но затрону, пожалуй, вот эту. Солодовников, экс-руководитель управления МВД по Кировской области. Как выяснилось, внезапно, неожиданно Сергея Александровича приглашали на допрос. И очную ставку с Александром Плотниковым. Я не знаю сейчас, в каком статусе Плотников находится. Временно... Подозреваемый, ну, насколько я знаю. Нет, я имею в виду ГИБДД. Он, то есть, нет, отстранен, когда... не отстранен? Я думаю, что отстранен однозначно по процессуальному кодексу. Я, кстати, вот эту информацию так не слышал. Фейковые такие новости я видел в интернете сам. Вот. А правоохранители подтвердили, что вызывался Солодовников? Да, да. Подтвердили, следователи, да? Сказали, да. Но, вот. Но он не в статусе, он ни в каком статусе, просто он вызывался на допрос на очную ставку. Ну, в качестве свидетеля, наверное, скорее всего. Потому что тут по-другому его просто нельзя вызвать. А чем дело закончится? Я пока не знаю, потому что есть, раз идет расследование уголовного дела, там любая информация. И, если честно, вот у меня по этому делу как бы, ну... Это не совсем как бы городское хозяйство, угу, и областное. Это все-таки связано с внутри отношения внутри правоохранительной системы. Ну, слушайте, сумма-то, которая озвучивается там, предполагаемая, да, ну, впечатляет, почти 1 миллиард рублей. Ну, я считаю, что вот на водоводе, на водоводе у нас как мы минимум переплатили 2 миллиарда рублей. Угу. Пожалуйста, вот тоже для, по крайней мере, для проверки как минимум. Там есть косяки и с выкупом земли. Угу. И у нас еще вот проект, который, знаете, вот обходная дорога. Там я знаю, что тоже земли наскупали уже, чтобы нам потом бюджету города выставить. То же самое у меня вопрос есть вот по путепроводу, который, знаете, мы сейчас чистые пруды строим. Изначально, я помню, там называлась цифра 2 миллиарда, а сейчас она уже выросла до 4 миллиардов. Мало того, там перескоков нам заявляют. Дорожает. Что еще удорожание? Погодите, господа дорогие, за счет чего? Объясните. И вот чиновники должны с городской думы, с депутатов, каждую копейку с кровью выбивать, понимаете? Мы должны контролировать наши эти денежки народные. Это же бюджет городской, это наши налогоплательщики. Поэтому, а чиновники там туда-сюда, как, знаете, вот... сценой на театральной площади. Мы снесли старую сцену, хотели колесо строить. Худо или бедно, может быть, она была хуже, а потратили потом 5 миллионов на постройку новой. Ну кто? Это внеплановые, внебюджетные деньги. Ну слушайте, кто-то за это ответит. Что, у нас других расходов нет или еще что-то? Минута остается. Мне хочется, чтобы вы еще прокомментировали позицию главы Кировской администрации Ильи Шульгина по поводу здания, фасада здания торгового центра «Баска». Вы следите за, ну, если честно, за этим диалогом или не знаю, как его назвать? Нет, к сожалению, нет. Я видел в интернете. Я не могу ничего пояснить. Да, но в данном случае... говорят, что собственник здания может делать с фасадом все, что угодно, там, раскрашивать его и так далее. Все-таки Шульгин настаивает на том, нет, с городской властью вы должны консультироваться. Нет, ну я соглашусь, наверное, законодательно, конечно, собственник здания прав.
там любые изменения — это его личное дело. То есть там не должно быть, например, какой-то наглядной информации. В законе четко сказано, чего нельзя. Но, в принципе, я понимаю, Илью Вячеславовичу, он пытается вообще поменять позицию власти в конструктив. То есть, ребят, ну, все равно, если центральная улица, это должно быть, ну, какая-то... взвешенная и согласованная. Как говорят, это красная линия, здесь ежедневно тысячу людей, и они все видят. Я его как главу администрации понимаю, но тут как раз нельзя спорить, например, или как будто выкручивать руки. Это вопрос, во-первых, диалога с собственниками зданий, диалога с бизнесом. И вот конфликт определенный есть, но вообще, вы знаете, любые действия, изменения, они всегда это конфликтная ситуация. Любое управление — это конфликт. И, в принципе, главное, чего должны вот, научить, например, преподавателю будущего менеджера, это уметь решать спорные вопросы. Всегда есть конфликт интересов. Знаете, конфликт интересов самый большой — это родители и дети. Вы знаете, мы же все спорим с родителями, да, когда были детьми. Сейчас мы становимся родителями, мы спорим с детьми, потому что мы не согласны. И вот умение решать эти вопросы, оно важно. Но большого какого-то вот такого спора по Баско я, ну, наверное, не вижу. Хотя в глубине, наверное, лежит принципиальный вопрос изменения подхода в политике. Но здесь нужен диалог, а не выкручивание рук. Потому что, ну, закон пока на стороне, я полагаю, владельца здания. Это особое мнение депутата Кировской городской думы Владимира Журавлева. Наше время истекло. Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.